Всем доброе утро. Надеюсь, ваше утро такое же доброе, как у меня. У нас сегодня дождик на улице. Я дождик очень люблю. Сегодня утро начнем с патчи от Хэмиш. Помните коробочку, которая мне приходила, такая с сердечками? Я так и храню эти все средства в этой коробочке. Смотрите, какие патчи. Здесь на коробочке написано по-английски и по-корейски способ применения и описание. Сама упаковка пластиковая, здесь тоже написано по-корейски и по-английски. Легко открывается. Здесь такая ложечка милая. Смотрите, как для детей, когда кормишь детей. Такая. Патчи отделены крышечкой. Помните, я вам их показывала, какие они красивые. Ах, пахнут болгарской розой. Так, покажу вам, как брать. Так, берем один. Это первые патчи, которые я использую. Ай! Первый патч упал. Ой, такого Марины такого может случиться. Берем патч. Берем патч. И под глазик его. Уже очень гламурно. Берем второй патч. И туда же. Под глазки. Уже звезда. У меня вообще синяки с самого детства. У меня синяки не от того, что я не выспалась или устала. Может, я устаю с самого детства. В общем, у меня синяки под глазами были всегда на детских фотографиях. Они никуда не пропадали. Кладем обратно ложечку. Закрываем. Ну, если вы вдруг вечером смотрели какой-то фильм и плакали, если напились чаю, или просто вы хотите увлажнить кожу под глазами, эти патчи просто незаменимы. Видите, какие? Все, превращаемся в прекрасных девиц. Что здесь написано? После очищения кожи, нанесения тонера, установите. Тихо, Мирозенька, я записываю. У меня тут гости пришли. Тоже хочешь патчи на глазики? Дай, покажу. Вот. Тебе нужны вот такие патчи? Угу. Да. Ты и так прекрасна. Садись со мной рядышком. Слушай, что мама говорит. Давай на тебя тоже направим, чтобы все видели, какая ты красавица. Вот, после использования этих патчей ваши глазки будут вот такие прекрасные. Так, все-таки, что там нам говорится насчет использования? После очищения и тонизирования установите патчи. Используя вот эту ложечку. И убрать их после 20-30 минут. Так что гуляем с этими патчами 20-30 минут. Да, мои хорошие. Красивые? Смотри, на кого мам похожа? На панду похожа? На гламурную панду? Все, сейчас ходим. Засекаем время. Пойдем завтракать. Пойдем вкусно позавтракаем. Прическу тебе сделаем, да? Лапушка. Ну, котеночек любимый. Мама, и лосик.
Горошек у нас тут, да. Мама. Усик сорвался. Горошек поспел. Покушайте, потом я вам сорву горошек. Мама, я тут сорвался. Этот еще не поспел, я тебе другой сорву, ладно? Все, пойдем прическу делать. Ты что-нибудь новое видишь у меня? Да. Как думаешь, что это? Накраска. Накраска? Угу. Наклейка. Наклейка. Вот у меня теперь на глазах наклейка. Знаешь, зачем? Зачем? Чтоб красивой стать. Ну, ты должен сказать сейчас: мама, ты так красивая. Мама, ты так красивая. Спасибо. Мама, кис улетает. Супер, весело дома. Ну что, время пролетело незаметно. Прошло полчаса. Патчи очень крепко держались, ничего не сползало. Снимаем. Ну что, синяки пропали? Ну, кстати, увлажнение так приятное. Прям чувство такое. И запах. Запах же у них болгарская роза очень такое. Буду дальше пользоваться. И вам советую. Через месяц карантина, самоизоляции, Миросенька на улицу просится. Куда ты хочешь, Миросенька? Туда хочешь, на улицу? Вот туда, где никого нету. Никого же нет, никто не гуляет. И нам нельзя гулять. На улицу хотела. Утром я вам рассказывала про патчи, это у меня один уход. А вечером у меня другой уход. Тоже от Хеймиш, чудесное средство. Это такой крем под глаза. Называется Marine Care. Этот крем... Почти Марина. Да, как Марина. Звездочка очень красивая. Здесь коробочки. Тихо, Дима. Такая баночка. Маленькая, хорошенькая. На коробочке тоже все написано по-английски и по-корейски. Вот, кроме баночки, здесь еще такой лопаточка-массажер. Я им не пользовалась, я пользуюсь просто пальцами. Вбиваю нашу крем и вбиваю его сюда. Он вот так открывается крышечкой, и здесь дополнительная крышечка. Открывается, вот так он выглядит. Расход у него очень небольшой. У него такая вроде плотная текстура, но набирается он так хорошо. Зелененький такой, как водоросли. Набирается хорошо. Смотрите. Намазываем. Намазываем, да. Возьмем немножечко. Внесем, чтобы мама красивая, да, была? Мама, сегодня грозу обещали. Обещали. Ну, что-то она мимо прошла, да, гроза? Наверное, завтра она пойдет. И потом вбивающими движениями так превращаем маму в красавицу. Чем пахнет, Дима? Пахнет как будто травкой какой-то. Тебе не нравится? Диме не нравится. Такой... Он не резкий, он такой травкой пахнет. И на глазах глазки превращаются. Красивые? Мама, да. Красивая. Скажи, мама, ты такая красивая. Мама, ты такая красивая. Такой милый. Спасибо. Ощущение после крема очень приятное.
У меня еще есть несколько средств корейских. Мне так они нравятся. Мне нравится упаковка, мне нравится их действие. Мне нравится ими пользоваться. Это не последнее. Еще есть кое-что интересное очень. Я вам потом покажу. Мама.